мечта в детстве, когда от меня ушел мой отец. Вот. Моя мечта была вернуть его, чтобы у нас была полная и очень большая семья. Вот. Из-за того, что отец ушел, у нас было очень много проблем, и поэтому я желаю, чтобы отцы не уходили вот, от своих семей, или, не знаю, просто чтобы семьи не разрывались. А вторая моя мечта – это чтобы найти девушку, единственную девушку, мою половинку сердца, которую бы я любил очень крепко и никогда бы не отпустил, потому что все-таки я по национальности наполовину цыган, и у нас сказано в народе, что если у тебя появилась девушка, мы никогда ее не отпускаем ни за что.